хотел бы извиниться за то, что сейчас вы видите такую картинку. У меня получился вообще максимальный пересвет, поэтому придется 3 минутки поломать глаз в таком формате. Дальше я все перепишу нормально. Момент, когда ты уже остановился, вот человека перед зеброй пропускаешь, на зебре точнее, и тебе человек показывает: проезжай, да я уже полностью стал, проходите, как бы. Смотри, какие молодцы, не пугаются. Созвонились с Евгением, решили проехаться на Пурмарили покушать. Я там уже-то был, а вот ему интересно, какие там цены и как, в принципе, по кухне. Поэтому разведка, едем туда. Туда, куда надо, золотая лада. Кузов немного помятый. 99-й, 80-й, ты виноватый, что там, дома, интернаты. А пока ехали по дороге, у меня начал заканчиваться бенз. Переключился на резерв раньше, чем это положено. Это вообще просто топливо говно. Держись. Рановато переключился на резерв. 6 метров. Да не, есть вроде, но такое как рановато. Пока я там кружил, топливо закончилось быстро, намного подошло к резерву. Обычно на 150 я переключался, это на 120, даже может раньше, не знаю. Бенз горит ужасно, хреново. Мне много кто жалуется, но это дело такое. Сейчас я иду по закупке, завтра у меня днюха, отмечаю днюху и потом продолжаю писать тему нашего видеоролика. Друзья, спасибо всем за поздравления. Было очень приятно, просто безумное количество поздравлений. Вообще, море позитива, все благодаря вам. Сейчас едем, конечно же, искать топливо, заправимся и продолжаем видео. Ехаем на заправочку, а завтра я уже подтянусь на запись видео.
Поэтому подписываемся на канал, делимся с друзьями и быстрее разыграем какие-то призы на каждую новую 1000 подписчиков. Ребята, вот я уже приехал с города, как сами видите, заправился, все отлично. Теперь можно ехать полноценно, уже писать видос. Допишу и наконец-то смонтирую, выложу долгожданный видеоролик для тех, кто реально ждал новое видео. Поэтому погнали! Короче, я уже не знаю, какой день пишу видеоролик, это вообще труба. Давайте, наверное, реакцию на выхлоп запишу позже, а это будет просто у нас мотобудни. Да, получилось? Да. Все. Куда? Значит, подписаться на канал, поставить лайк. Нормально. Огонь. Пойдет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас покажу матч. Ну и что вы думаете, что мне помешало, как всегда? Правильно, это дождь. Опять я попал под дождь, поэтому тема нашего видеоролика будет закрыта. Именно в плане того, что я запишу потом уже реакцию на выхлоп вторую часть, а пока это будут просто мотобудни. И посмотрите, концовочку сделал немножко небольшую заставочку. Также не забывайте то, что всегда можно заправиться по скидкам, пока у нас топливо наполняется в стране. Вы уже заранее скачайте приложение по этому промокоду, я уже делал обзор. 10% скидка на дизель и бензин и 6% на газ. Поэтому советую, скачайте, зарегистрируйтесь и ждите, когда оно полноценно заработает, можно будет заправляться дешевле всех. Дальше больше, скоро увидимся. Take over, burn the rubber, we don't slow down. The-